Он говорит, ну-ну-ну, Юля. Вот послушайте меня, товарищи. Только что там делали пипикет в защиту собак. Вот так вот выходили люди, не за Юлю, а за собак. И голландцы не брали у них эти листовки, понимаете? Не, Анатолий, ну это политическая акция вы здесь устраиваете. Это ненормально. Сейчас, послушайте, я вам просто говорю, только что проходили мимо пикета в защиту животных, и также листовки не брали, как у вас, понимаешь? Да ничего у вас не брали, так же у вас не берут. Тимошенко. Так. I know her. Тимошенко. It's not good. What is happening to her? Yeah, she's good. What's happening to her? Welcome to Ukraine. Welcome to Ukraine. You understand me? No, I have to hurry up. Идите отсюда. Да вы мне не командуете. Да, он нас их понимает. Ну, это будет показывать. Акция очень хорошая. По предателям. За ноги Так, ну и что мы делаем? Мне интересно, как по... Где? Костя, дайте одну штучку от журналиста. Надо понять. Ну ты один напечатаешь. Ну один, дайте. В интернете есть. А? В интернете есть, посмотрите. Ну так вы же раздаете, вы всем раздаете или как? Так дайте журналисту. У нас цензор, у нас смысл только. Своим не даете. А, вы своим не даете. Нет. То есть для вас типа свои не люди, да? Нет. Свои есть. Интернет. Юля. Где это известно? Юля. А это Юля. Юля. А бойкот? А бойкот это бойкот. Я не знаю, я не знаю политику. Я только пью пиво. Окей, сори. It's good. Вы поняли, что он вам сказал? Да, спасибо вам. Он сказал, я вне политики, говорит, я пью пиво. А вот это говорит то, что вы делаете, нехорошо. А вы? Это вам сейчас голландец сказал то, что я сказал. Гражданин Украины, понимаете? Я не пойму, чего вы снимаете? Да потому что я журналист, потому я снимаю. Потому что вы стоите в общественном месте и, в принципе, сейчас нарушаете действующее законодательство. Это 100% оранжевый, он полуфабрикат. Еще говорил под Качановкой, ты я свой.